Жига-жига-жига-жига-жига-зажигалка. Эй, хватит подмигивать, выключай мигалку. Я... Боронина. Ага, я очень популярная сейчас певица в России. Не могу никак выбрать, где же мне следующий концерт, или... Индиана. Штат Индиана, или... Уэльс. Может быть... Малайзия. Или... Хорватии. Ну где же? Жига-жига-жига-зажигалка. Где же концерт зажигалки? Эй, Бен, отдай свой гаджет! Дай мне свой гаджет! Это не гаджет, это Омнитрикс. Если не отдаешь гаджет, давай помогай мне. Значит, страну зажигалки. Жига-жига-жига-жига-зажигалки. Ладно, помогу тебе. Я звоню других. С помощью Омнитрикса я звал других. Ну, кого ты тут позвал? Мумию. Ага. И боюсь мумии. Олаф. Так. Денис. Сейчас я мистера Вилсона разбужу. Вилсон, мистер Вилсон. Да. Что тебе надо? Помогай Боронину. Ладно. Надоел уже. Мусульман. Боронина? Может быть, отведаешь мой эликсир? Хагрид. Дамблдор. Сара. О, Боронина, это хорошая певица. И Гарри Поттер. Ну, чем я могу тебе помочь? Ты и так уже хорошая певица, все знаешь. Давай, включай свой гаджет и слушай музыку. Ладно. Сколько у тебя там букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Песня номер? 10. Чего, очкарик? Эй, ты! Очкарик? Я и есть Гарри Поттер, очкарик. Спать надумал. Надо помогать, а он спать надумал. Ну, может, ты, девочка, поможешь? Конечно, помогу. Я тоже хочу песни слушать. Тоже песни слушать хочешь, да? Ясненько. Сколько у тебя... Что у меня? Сколько у тебя перьев? Только одна у меня. Значит, песня номер... Один. Какой Антошка? Боронина! Картошку не копаю, я рэперша крутая, ясно? Все. Глупые песни. Зажигалка. Зажигалка. Эй! Альбус, отдай свой гаджет. А ну-ка, дай свой гаджет. Это не гаджет, это волшебная палочка. Ну, давай тогда с волшебной палочкой транспорт мне нарисую. Ладно, я нарисую тебе скоростного поезда. Ух ты, круто. И куда же я поеду на нем? Можете в Индиану уехать. Штат Индиана, первый бал. О, наконец-то. Лед тронулся, господа. О, Харит, что у тебя в руке? У меня платок в руке. Я думал, гаджет. Ну ладно. Я могу выучить азбуку. Давай хотя бы это. Игрушки. Какие игрушки? Это больше не игрушки. Утенок. Гаджет, это не игрушки. Медведь. В лес? Не, зачем мне в лес? Хомяк. Ох, это ты как хомяк тут расселся. Я не хомяк, я Хагрид вообще-то. О, что у тебя там за эликсир? Это эликсир, это сок жизни. О, дай мне гаджет, дай мне свой гаджет.
Я добью свой гаджет, если я выучу азбуку. Давай. Молоток. Зачем мне этот гаджет, молоток, нужен? Утюг. Этот гаджет тоже мне не нужен. Индюк. Сам ты индюк. Холодильник. Да, индюк. Холодильник тебя на заморозке. Ой-ой-ой, не надо, не надо. Денис, я не вижу, тут слишком буквы маленькие. Поможешь азбуку выучить? Ну ладно, выучу. Игуана. Улей. Пчелы. Муравейник. Муравейники, пчелы. Хомяк. Ой, да. А теперь я могу идти? Иди, сынок, спать. Я тоже тогда иду спать. Нормально. А помогать что будет? Я помогу. Я же снеговик Олаф. Декабрь начался. Я не растаю. Долго. Зима начался. Это мое время года. Мамонтенок. Кто я? Мама мамонтов? Да вы что? Умка. Туда нет. Там холодно, там лед. А там мне нравится. Иван Царевич. О, Ивана мне. Давай, Индиана, второй балл. Хома. Мумия, послушай песню, может успокоишься. Поставьте ей песню, сколько ей там букв? Ей букв 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 букв. Зеленый лесок. Ну посмотрим, страны где. Зеленый цвет. Есть ли тут такие вообще? Индиана. О! Уэльс. Уэльс получает первый балл. Ну, Бен Теннисон, отдай свой гаджет. А ну-ка, дай свой гаджет. Это Омнитрикс вообще-то. Ну тогда давай, активизируй свой Омнитрикс и азбуку. Меня спили быстро. Ладно, я с помощью Омнитрикса выучу азбуку. Умка. Я сказал, он там, где льдины живет, там холодно. Туда я не поеду. Иванушка. Так, Иванушка, зачем мне? У меня Иван Царевич есть. Хомяк. Опять. Мамонтенок. Опять. Какие еще мамонты? Вымерли давно уже. Твой Омнитрикс надо срочно чинить. Да? Ну ладно. Так, Гарри. Ну, чему тебя учили в Хогвартсе? Буквам хоть учили? Учили, я знаю букв. Ну давай посмотрим. Я с магическими способами выучу азбуку. Молния Маккуин. Молния? Зажигалка молния. Малайзия первый балл. Хомут. Зачем мне хомут? Искра. О, искры. Зажигалки есть искры. Индиана, третий балл. Ускорение. Все, давай, ребята, ускоряемся. У тебя там подружка была. Где она? Я тут. Давай. Ускоряемся, времени мало. Скоро концерт, а я еще страну не выбрала. Давай, Сара, помогай.
именинница. Вот именно, скоро мне именинный концерт, а я тут с вами застряла. Хвосты. У меня не хвосты, это у меня волосы такие длинные. Мой Дадыр. Помыться? Нет, я уже была. Все, хватит. Утюги. Утюги? Сами гладьте. Ок. Отдай свой гаджет. А ну-ка, дай свой гаджет. Это волшебная палочка вообще-то. С этой волшебной палочкой я могу вернуться назад в прошлое и спросить у кого-нибудь страну. Например. Ну давай, активизируй свой гаджет. Ладно, активизирую. Трак тебе так, трак тебе так, а трак другого. Пока да паты. О! Кто это? Это македонский, он кричал слово. Мазя! Второй балл! Круто! Зажигалка. О, ну что тебе еще? Ты меня хомяком обозвала. Ну прости, Хагрид, я больше так не буду. Выучи второй раз азбуку. Да, ну ладно. Больше не обзывайся. Иллюминатор. О, иллюминатор корабля, который плывет в Индиану. Четвертый балл. Хлеб. Хлеб. Ой, перекусить хорошо, Хорватия, второй балл. Мотоцикл. О, мне нравятся мотоциклы. Малайзия, третий балл. Улица. Улица в Уэльсе. Фа. Нет, я на улице больше не пою. Я уже звездой стала. Я только концерты, только в концертных залах. Ну, когда ты дашь мне попить свое зелье? Я дам тебе, если спросишь у капитана Врунгеля. Ага. Ну и куда ты плывешь, Врунгель? Куда меня возьмешь? Мы моряками плывем в Малайзию. Куала-Лумпур. Четвертый балл. Ну, дашь свое зелье? Конечно, вот. Нет, не дам. А то у меня не хватит зелья, чтобы оживить динозавров. А, зачем ты их оживлять? Потому что давно вымерли, я хочу возродить им обратно. Чтоб интереснее было жить на свете. Эй, не делай этого, мусульман! Чё он натворил? Да. О, Денис! Да, мистер Уилсон? Тут опять что-то очень маленькие буквы. Ничего не вижу. Поможешь? Конечно, помогу, мистер Уилсон. Мяч! Мяч? Футбол? Нет, некогда. Холодильник. А, полный холодильник. Мяшек. Хорватия, четвертый балл. Иголка. Не надо мне этот гаджет. Утюг. Это не для меня гаджет и иголка. Утюг это для домохозяек. А я звезда, я суперзвезда. Я зажигалка. Так, Денис. А сейчас нам пора отправиться в ферму Простоквашину. Да, нас там уже ждут. Пока, зажигалка. Мы поехали. Ах, к Матроскину. За молочком. Бездали. Бестолочи. Шоу. Я вижу белую собачку. Ну, что она нам расскажет? Игрушки. Игрушки. Я уже давно не играю в игрушки. Хомяк. Что вы присосались к хомяку? Мишка. О, в лес не пойду, нет. Утка. Утка по полю пошла. Утка денежку нашла. Дай деньги. У меня нет денег. Я же снеговик вообще-то.
Дайте еще послушать мумии песенку. Лунатик. Так, что там так? Барбоскины. Они же собаки. Я не умею собачий язык. Так активизируй свой гаджет. Дай мне свой гаджет. Или сам активизируй. Ладно, активизирую. О, я умею. Я умею. Я же сказал, футбол потом, потом футбол, сначала страну, где концерт, а потом все остальное. Давай, давай, зажигалки мне, зажигалки, расскажи страну. Я скажу, это Уэльс. Уэльс, ты съебал. Так, дай мне гаджет. Нет, никогда. Ну и что мне теперь делать? И здесь еще один хочет помочь. Это главный эксперт, который я встретил месяц назад. О, спасибо, Гарри. Что бы я без тебя делала? А, все равно. Зажигалка. О, привет, звездные гости. Мы звездные войны, вообще-то. Так. Где же следующий концерт Боронина, и может, вы знаете? Мы знаем, это происходит в Индиане. Штат Индиана, США. Что там дети поют? А ну, подсторонись! Жига-жига-жига-жига-жига, зажигалка идет! Итак, Боронин отправляется с концертом в штат Индиана, США. Жига-жига-жига-жига-жига, зажигалка! Кончай подмигивать! Выключай мигалка!